Одолжил телефон, пропали деньги. Полицейские задержали челябинца, который, по версии следствия, обокрал мужчину на 21 тысячу рублей. Списание произошло с банковской карты. Это кадры допроса подозреваемого. Мужчина сознается в содеянном. За что задержан сотрудником полиции? За кражу телефона и за снятие денежных средств с мобильного банка. По версии следствия, мужчины выпивали спиртные напитки во дворе дома по улице Тухачевского. Позже задержанный попросил телефон позвонить, а затем вовсе скрылся с мобильником. Через некоторое время владелец сотового обнаружил пропажу 21 тысячи рублей с карты. Задержанным оказался ранее судимый 36-летний челябинец. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы. За что?